Практика показывает, что игры и занятия по правилам дорожного движения вносят неоценимый вклад в развитие всесторонне развитой личности, ответственного гражданина и внимательного пешехода. Именно такой праздник правил дорожного движения провели работники Дворца культуры и искусства вместе с городскими байкерами и сотрудниками ГИБДД. Мы сегодня собрались с ребятишками обсудить безопасность дорожного движения в летний период, так как каникулы начались у всех детей. Активно начали дети ездить на велосипедах, на мотороллерах. Хотим донести до детей, как нужно себя вести правильно на дороге, кого они должны замечать, кого пропускать. Гости напомнили юным участникам дорожного движения правила и рассказали об опасностях, которые их могут поджидать на проезжей части. Прежде чем выходить на улицу, подумайте, на проезжую часть выходить нельзя. Гулять нужно только на специально отведенной для этого территории. Если вы садитесь и катаетесь на велосипеде, то же самое. Переходить дорогу нужно только через пешеходный переход, только спешившись. Дети без труда отвечали на самые каверзные вопросы ведущих праздника. Виртуозно преодолевали полосу препятствий на велосипеде. Откуда вы так хорошо знаете правила дорожного движения? Где вам их рассказывали? Мне рассказывали в детском саду, в школе, на разных мероприятиях. Но настоящим подарком для всех ребят стала возможность посидеть в патрульной машине, включить сирену или громкоговоритель и сфотографироваться на настоящем байке. Виктория Спицына, Василий Обухов, Ленинск ТВ.